Знаете, почему на стиральной машине Indesit дороже поменять подшипники, чем на LG или Samsung или других машинах? А вот, вот почему. Вот, вот. Пожалуйста, вот по вот именно по, только поэтому. По вот этому, видите, да? Мало того, что нам надо стиральную машиночку-то раскидать полностью по всем запчастям, извлечь оттуда бак. Вот, нам еще этот бак что, придется пилить, да, именно прямо распилим его пополам. Потом уже извлекаем подшипники, а только потом собираем это, потом склеим. То есть только поэтому, в принципе, на стиральной машине Indesit цена на замену подшипников всегда больше. То есть вот, да, вот именно вот поэтому. Вот. И вот это вот я уже сижу, не первый час пилю. И это еще не все, там есть сложные места в баке, где нужно пилить, там есть сложные места. А вот смотрите, видите, вот он, подшипники. Люфтец, видите? Его быть не должно вообще. От слова совсем. Так что вот поэтому такая цена на Индезиты. Не забываем ставить лайк, подписываться на мой инстаграм. Всем до свидания.